Йо. Чао, рогаться, в общем, все, что знал, сказал. Мы наконец-то добрались до Венеции. Нет, не до Венеции, а до нашего номера. В этот раз мы живем в другом номере. Опять, у нас не было ни одного раза в Конкорде, когда мы жили именно в том номере, в котором мы жили раньше. Каждый год они замечательные, но они настолько разные, что вот просто разнее некуда. И ты пишешь с видом на Сан-Марко, и вид на Сан-Марко у тебя вот такой, как у нас. Я вам покажу. Короче, тут как бы, ну, можно плевать на людей, спрыгивать на людей, пугать людей, что угодно с людьми делать. Вот серьезно. Открываешь машину. Здравствуйте. А, ты меня снимаешь? Нет. Смотрите. Ну да, вот. Так близко я к людям еще никогда не была. Так что вот такие вот дела. Господи, как много людей. Просто, can you see этот муравейник? Hello, it's me. Нам тут фруктики принесли, как всегда, всякие милости, прелести. Welcome to, вообще просто. Ну, короче, всякая такая прелесть. Что мы только в этом отеле не отмечали. Папин день рождения, моё, там все дела. Вот, и такая вот прелесть. Я хочу банан, серьезно хочу банан. Как это, алло, как это открыть? Сложно. Разберусь потом. Hey. Просто прекрасная вещь моей семьи, это когда я начинаю снимать, они начинают везде ходить. Папа, мама, все просто они ходят. Причем нет бы в нормальном виде, а супер ненормально. Окей. Сегодня тот же день мы с мамой поспали, точнее, мама поспала, я не спала, мы переоделись. Вот, передохнули. Сейчас пойдем гулять. Вот просто посмотрите, насколько близко земля. Не знаю, комфортно это или нет. Но это странно. Пошла, сделала себе хвостик, одену шляпу и пойдем гулять. Земля слишком близко. Слишком. Это про близость к людям. Я просто могу махать рукой. Ну да ладно. И все так смотрят. Я вышла, короче, фоткаться со шляпой. Опача. Вот с этой. Она теперь в тему. И люди просто так, что эта женщина делает? Зачем она это творит? Мама. Поэтому одеваем шляпу. Гондольера. Штуки-то торчат. И идем гулять. Loving can hurt. Венеция, доброго утра. Венеция, доброго утра. Так-то лучше. У нас что, тоже солнышко в разгаре. Hey, всем доброе утро. Сегодня у нас второй день Венеции. Первое утро Венеции. И у нас уже практически 12 часов утра, но моя мама ушла по делам, и я сижу одна в номере, все чем-то заняты, а я сижу одна. И вот у меня просто мелькает мысль в голове, что я тут уже могу гулять одна, но если я куда-то пойду, мама это не одобрит, то бишь я пойду без нее, и вообще это будет странно. Я практически 2 часа после завтрака уже сижу в номере, я что только не сделала, ладно, вру, я ничего не сделала. Если бы это было во время учебного года, и я 2 часа ничего не делала, я бы уже просто съедала себя, и моя бы голова уже начала кружиться, потому что 2 часа ничего не делать, как это? На отдыхе то же самое, я не знаю, сколько раз я уже в Венеции, но все равно это реально такой грешочек. Сегодня я буду в том же самом, потому что обещали похолодание, похолодания нет. Я взяла теплое платье, теплое с длинными рукавами, длинное. Взяла шорты, теплую кофту, но ничего из этого просто не может пригодиться, потому что на улице опять плюс 30, а feels like 40. Видели по солнцу. Мы ждем маму, идем гулять, буду на фотках в этом же наряде, потому что, ну, терять-то нечего, а сдохнуть от жары я не хочу. Поэтому, да, ждем маму и идем гулять. Я надеюсь, она придет скоро. Мы дождались маму и наконец-то идем гулять спустя 3 часа. Ура! Чем, пожалуйста, не забудь. А где ключи? Марангонна. Так, кошелек я взяла. Этот я взяла. Куда идти?
Да. Сейчас посмотрим. Билет стоит 2.50. Нет, 3 евро. Капец. Так вот зарабатываются деньги. Ну да. Тут хранится эта Фрари Мадонна или как я думаю. Мадонна. Ну, здесь она? Нет. Да. Нет, дальше. А, следующая площадь. Ну, а так здесь... и делаем. А чё ж мы сюда пришли? А здесь находится... А первых вон с той стороны. А во-вторых... А во-вторых, не будет. Красота. Завтра же не будет жарко. Это канога. Канога будет. Вот теперь мы пришли в ту церковь. Ура! Как же жарко на улице, серьезно. Вот она, это Мадонна, и она вон там. Что ты нам поведаешь сегодня? Что я поведаю сегодня? Что мне нравится захоронить? Титян. Это центр. Это тут Титян захоронен. Ты мне только что дошла. Нет, в плане то, что здесь Титян, но я поняла, кто такой Титян. Ну, то есть я знала, кто такой Титян. Неважно. Это же Титян. Вот у нас сумка. Это и все, что хотела рассказать мама. Угу. Продолжение следует. Это еще вторая интересная Мадонна. А вот там вот Титян. Он единственный, которого типа хранили в городе. Хотя он умер от чумы. Смотрите, какая красота. И наконец-то дошли до Санта-Марии дель Сильвестро, да? Мама сегодня решила поиграть туриста. В результате я чуть не откинула. В прямом смысле этого слова. В общем, мне желтый из этого. Как говорит мама. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. I threw words out to me, and there's one thing on my mind. I'm so full of you. And I'm starting to go to somebody.
love, but I got you to keep me warm. Like broken I will mend ya. I'll keep you sheltered from the storm that's raging on. Сегодня тот же день, просто вечер, хотя, камон. Ну, вообще, на улице 8 часов. Мы отдохнули, переоделись. Я сегодня вечером буду в фэнси своей курточки, которую купила в Праге, когда была в июне месяце, короче, когда поступала. Вот, и наконец-то пришло ее время поносить ее с джинсовыми шортиками. Вот, буду вся такая стильная на моде, Пума Бариана. Йо. Смешно, я знаю, но сори, но цо. На деле на улице жутко жарко, и она легкая, но, типа, я боюсь, что мне все равно не будет жарко, потому что платье, комбинезон, который я носила, уже негодный к носке. Ну, короче, идем гулять по вечерней. Это есть, я не хочу есть, но... Все хотят есть, поэтому мы идем есть. Я не прочь съесть джелато, но сегодня съела слишком много холодного, поэтому джелато есть уже нельзя, потому что я до сих пор болею. Отдых веселый всегда со мной. Вот поэтому пошла я... Что пошла я? Сделаю себе что-то на голове, хотя нет, шляпа. Только шляпа и bad hair day. И мы пойдем. Завтра мы уезжаем в Австрию, все, в обратный путь. И да, но мы не грустим, потому что, а что грустить-то? Нам по логике через 4 месяца переезжать. Главное, документ подать. А так через 4 месяца переезжать. Вот, все, так что я не грущу. Да? И тем более отдых в Италии был настолько в этом году crazy, что... Да, вот поэтому все, пошла. Это... И, кстати, шляпу, которую купила в Венеции в этот раз... Она выглядит вот так вот. А вот это шляпа, которой 11 лет. Чтобы вы поняли, да. Все, пошли теперь точно гулять. В общем, одели модную шляпу и пошли гулять. Эй, hey, всем hello, guys. Сегодня мы уезжаем из Венеции, вообще уезжаем из Италии, и вообще мы всегда из Венеции уезжаем из Италии. Такие вот дела. Хотя мы ее, кстати, до этого приезжали 2 раза и не заезжали. Тем не менее, все наше лето в Италии подходит к концу. Мы провели тут практически месяц, да, месяц в жаре плюс 45. Капец. Мне теперь везде будет холодно, потому что мой организм привык к жаре, наверное, вот. Но тем не менее, мы уезжаем опять в нашу страну, новую, ага, практически. В новый город, мама тут сзади ходит, вот. Так что увидимся с вами в следующем видео, а в Венеции мы говорим, что пока. До встречи. Мы, кстати, 11 лет ездим в Италию, но мы уже 12 раз в Венеции. Типа, это круто. Как только тут квартиру? Нет, надеюсь, до этого пока дело не дойдет.